это... А это Ерима. Это ФНАФ. А. Ну, это, конечно, не я, собственно говоря, но... Такое видео хочу показать. ФНАФ. Ну, многие его не знают, и я о нем узнал неделю или две назад. И чуть-чуть прокачался. О! Ой-ой-ой. Ну, у меня пока... О, Пэдлс. Так. Приманка для мангл. Скин на мангл примерно. Итак, что вообще здесь нужно делать? Ловить аниматроников. Это первое то, что нужно. У меня два аниматроника. Это Фредди. И... Скелет он тоже. Ничего. Вот. Эндоскелет. И сегодня просто я хочу показать, как здесь все ловить. Первым у нас будет эндоскелет у вас. Его ловить крайне просто. Просто, ну, сейчас покажу. Если мне, конечно, не выпадет пони. Второй будет Фредди. Третий. Пони. Пони нет... Тем более сложный пони. Кто-кто-кто? Остатки-то задолбали вы остатки. Что, когда я играл недавно прям... Да! Одни зайцы, что ли, есть? Заяц ушел. Ушел. Я не буду тебя. Подождите. Заяц не решил меня ждать. Итак... Что вам нужно? Просто вот ловите кран. Для новичков лучше использовать фонарь. Ага, шибанули. Здесь, он здесь. Здесь уверен. Не знаю, где он был. Ну, я такой же новичок, как и вы, поэтому я буду искать. Я не знаю, где он был сейчас, Кремон будет. Ну, я не успел активировать бонус. Поэтому я проиграл. Поэтому с Бонни очень сложно. И не думайте, то, что у вас будет сначала сложно. Это вам просто показываю. Итак. Зайцы одни. Давайте покажу зайцев. А что, кроме зайцев нет никого? У аниматроника? Спецдоставка для вас. Отсюда идет. Ну, здесь... Нет, да его нету. Его нету. Нету. Здесь сидим. Здесь, что ли? Умоляю. Все сразу активируем. Посрать, ну. Он не здесь. Он не здесь. Он не здесь. Пони, давай ты будешь. А почему зайцы? Почему зайцы? Скажите. Хотя бы один Фредди хотел. Спасибо. Я возьму бонус. У вас их нет.
Ух ты ж, Фредди очень легкий. Тут ему не нужен фонарь. Смотрите, он сейчас оттуда идет. Ай, больно. Отсюда. Где? Здесь? Да здесь. Я надеюсь. Вниз, смотрим вниз. Он использует меня. У меня 20%. Снизу можете увидеть мою батарею. Вот. 20%. Ты тильбоёб. Второй раз глаза, блин, строишь. Ну, Фредди не часто так делает. Ну, у вас это не с первого раза получится, а у меня с первого. Итак, Воля, вы выиграли. А, кстати, почему он называется ФНАФ-вер? ФНАФ-ар. Как раз таки вот причина того, ФНАФ VR. Это что такое? Стопы. Очень интересно. Хочу посмотреть, что это такое. Усилитель преследования М1. Так, что-то новенькое хочу посмотреть. Так. О! Усилитель применить. Ну, допустим, вот. И что это даст ему усилитель при преследовании? М1. Х2. Очень странно, конечно, пока я не понимаю, что это, но... В общем, так как-то примерно. Очень странно сейчас было, самое странное. Мне никогда такая фигня не выпадала, я не знаю. Я хз. Я думаю, каждый видел. Ну, давай. Чей видео это? Смотрите, что сейчас будет. Мне черную дыру вызывают. Сейчас мы эти собак поймаем. Ага. Он в другой комнате. Гени. Где они? Где эта тварь? Вот. Не убежишь от меня. Поймал. И знаете, что нам осталось? Я тебя вижу. Пацаны, я вас вижу. Сколько мне вас надо поймать, скажи. Вот, поймали. Нет. Оп. Вот так. Помнитесь.
очень сложно. Он здесь. А если я на вас фонариком посвечу? Че, а вас рядки что? Че, обосрались, да? Я же говорю, обосрались. Где у меня черная дыра? Ребятки, почему вы не подписываетесь? Тут... Мне сейчас голова закружится. Я сейчас блевану. Их нет. Прикольно. Как что-то произойдет, сразу к вам верну. Вот он, собака. Собака. Усрался. Ну. Подох. Есть. Сдох. Он сдох просто. Так, настроить. Чё за фигня вообще, а? Я понял, что он делает. Просто он добавляет небольшой. Ну, это просто было первое видео. Надеюсь, вам оно будет понравилось. Ну и давайте возможно, задонатим. Все скины, которые здесь показаны. Смотрите, какие здесь штуки. Набор с Мангл. Со скином Мангл. Так, классический второй. Короче, классическая вот это у меня. Новый. Это у нас все за настоящие деньги. Вот, вы можете с правого верхнего угла видеть, сколько у меня фасткоинов. А вот здесь это 9999 рублей. Извините. А кто будет это покупать? Итак, Тойчика. Самая дорогая, она стоит 4200 фасткоинов. И это примерно же 3000-4000 рублей. Тойчика, вот скажи, а ты не охренела? Я, конечно, понимаю, да, ты такая красивенькая, все это, но... Люди, не покупайте донат, умоляю. Иначе вы просрете все абсолютно. Так. Магазинчики, ничего особенного. С вами был я, Димон. И на Антона не подписывайтесь, подписывайтесь только на меня, потому что я самый крутой. Итак, что это за кнопка? Фотобудка. Надо сфотографироваться своим любимым аниматроником. Выложить в соцсеть, то есть разблокируйте фотобудку. То есть, ну, можно сфотографироваться со своим любимым аниматроником, выложить куда-то это, наберет кучу лайков, и, возможно, вы выиграете в призе. Приз бесплатная, по-моему, футболочка от FNAF, если я не ошибаюсь. Вот такая вот, вот эта кепочка, там, не знаю. Вот. Что-то типа это. Итак, смотрите. Для новичков совет вам такой. Не пытайтесь просто долго играть. У вас не получится. Посмотрите мое видео еще раз. И у вас обязательно получится. Не получается с первого раза, со второго, с третьего.
пытайтесь еще, но главное, не сдавайтесь. А с вами я был Дима. Всем пока.